складывается ощущение, что я зря поставил типа ставку всей своей жизни на стримы. Я имею в виду, что я как бы, то есть променял там всю жизнь, ну, нормальную обычную жизнь, на стримы. Вы же понимаете, да, что обычной жизни у меня типа не будет и не может быть. По двум главным причинам, это то, что я не смогу настроить свою личную жизнь теперь. А если только не изучу какой-нибудь другой язык и там, найду девушку, условно, там, на другом языке. И второе, то, что люди, ну, допустим, последние 8 лет моей жизни всегда от меня чего-то хотят. Вы меня подъебываете, что типа не может у меня быть друзей и так далее. Так вы просто не понимаете, что у меня не может быть друзей просто по факту популярности и денег. У них априори не может быть. Чистая дружба, она может быть только на уровне, когда вы реально дворовые пацаны. Когда пошел бизнес, уже пошли деньги. И вот, блядь, короче, я жалею как будто уже об этом, что я...